Это своего рода запеканка, сделанная со слоями баклажана, мяса с помидорами и соусом бешамель с сыром. Досмотришь инвида, и я предложу записать список ингредиентов. Промыть баклажаны и нарезать тонкими ломтиками. Нарезать помидоры, удалить семена, нарезать лук. Разогреть 4 столовые ложки оливкового масла в большой сковороде, переложить баклажаны, жарить 4-5 минут, потом положить их на салфетку. В той же сковороде разогреть еще 4 столовые ложки оливкового масла, обжарить лук, потом добавить фарш. Ставим лайк и подписываемся. Готовить мясо до коричневого цвета, затем посолить, поперчить и добавить 1 букет гарни и 2 зубчика чеснока неочищенных, добавить помидоры. По истечении этого времени, открыть, убрать букет гарни и чеснок. Подготовить бешамель соус, когда все будет готово, добавить фета мелкими кусочками. Разогреть духовку до 200°C. Затем повторить эти 3 слоя, и сверху посыпать сыром. Готовить в духовке, пока верх не станет золотисто-коричневого цвета, около 30 минут. Жду ваших лайков и комментариев. Вот что нам понадобится. Баклажаны, 3 штуки. Помидоры, 4 штуки. Луковица, 1 штука. Говяжий фарш, 500 грамм. Соус бешамель, 350 миллилитров. Оливковое масло, 8 столовых ложек. Букет гарни, 1 штука. Чеснок, 2 зубчика. Сыр фета, 200 грамм. Соль, перец, по вкусу. Количество порций, 6. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. До новых встреч!